В соответствии с достигнутой договоренностью с 11 по 18 февраля в городе Бустон Сагдийской области Таджикистана состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций по делимитации, демаркации кыргызско-таджикской госграницы. Стороны, проведя совместные полевые обследования на оставшихся участках, согласовали больше 1 километра линии кыргызско-таджикской государственной границы. Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится в Кыргызстане. По итогам встречи подписан соответствующий протокол.